начиная наш дневной концерт. Вот уже почти неделя прошла, как стартовала наша летняя творческая школа. И все дети за эту неделю очень усердно работали, трудились в своих маленьких скрипочках. И вот сегодня, наконец-то, этот день настал, когда они смогут выступить на этой сцене большой, с высокой сцены, с большим залом. Для кого-то это сегодня опять станет первым разом. В концерте прозвучат много разных номеров. Это будут и ансамблевые номера, и сольные, ансамбли из разного количества человек будут состоять. Я думаю, что вам всем очень понравится. И, конечно же, давайте поддерживать наших участников по возможности горячо, большими аплодисментами. Итак, мы начинаем. Первый номер нашего концерта откроет ансамбль скрипачей. Особенность этого номер в том, что дети практически, не практически, а так и на самом деле есть, сами репетировали. И для меня это сейчас тоже будет сюрприз. И для всех педагогов нашей школы сегодня это будет действительно сюрприз. Итак, приглашаем на сцену ансамбль скрипачей в составе Сава, Майя, Софина, Алиса, Аня, Тимофей, Наташа, Настя, Никита, Коля и, конечно же, бессменный пианист, аккомпаниатор нашего вечера Александр Асминин. Прозвучит знаменитый марш из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Две песни,
Это «Охотник» и песенка про песню. А саккомпанирую в этих непростых произведениях я.
кто не знает, итальянский композитор. Пожалуйста, Саша. Thank you.
составили программу, чтобы была возможность у вас сравнить ценный инструмент, полноценную скрипку, звучание, с вот с такой малышкой. Сейчас мы приглашаем на сцену тоже девочку, ей всего лишь 12 лет, она не взрослый человек, но она уже играет на целой скрипке. И как раз вот интересно будет услышать это звучание в сравнении. Алиса Зайченко. Алисенька, выходи на сцену. Исполни, Алиса, сонату Верочини, первую часть. Это музыка относится к эпохе барокко.
Как же это сложно выходить на сцену, скрываться. То, что вчера говорил Даниил на своем концерте. Все дети испытывают эти чувства абсолютно все. И волнение, и ожидание чего-то прекрасного. Они даже не знают, что именно. Какое-то ощущение, ожидание чуда. В то же время с волнением. Но дети все молодцы, убеждают прекрасно. Сейчас мы приглашаем на сцену Иванову Софию. Софочка. Сложно выбрать
Какое же произведение именно на этом концерте исполнить? Вот именно так хотели исполнить Прокофьева, но чуть-чуть еще не хватило уверенности, чтобы сыграть его без нот, и поэтому мы сыграем по нотам, но от этого музыка ничуть не пострадает, будьте уверены. Thank you.
Митинга. Чайковского. Сначала Чайковского. Thank you.
сложных произведений. Есть кантиленная музыка, есть виртуозная. Вот прялка относится к числу одной из таких первых сложных, действительно технических произведений. Следующим номером нашей программы мы приглашаем ансамбль, но из трех человек. Трех человек — это трио. В составе Анастасия Кубина, Никита Синько, Тимофей Блюмин. Написан для сольного фортепиано. И его, конечно,
знают меломаны именно как фортепианное произведение. Но нам попались ноты, когда мы их увидели, и дети почитали с листа, они просто взмолились, упросили нашего дорогого Александра закомпонировать. И вот сегодня мы услышим это произведение, переложение для трех скрипок. Thank you.
подготовили, то есть это вот, то есть начало положено, прекрасно, можно меняться и получать удовольствие и от выученного, и от вновь прочитанного. Молодцы, ребята. Вообще, совместное музицирование, именно читка нот с листа, ничто так не развивает и не сплочает друг с другом. Поэтому будем больше и чаще этим заниматься на наших уроках. Следующий номер продолжит Настя Дугина и исполнит Мендельсона, Феликса Мендельсона, песню «Без слов». Thank you.
на сцену выйдет уже представитель более взрослого поколения наших участников наших. Это Табильская Наташа, исполнит уже серьезное, большое произведение, которое исполняется симфоническим оркестром. Она исполнит произведение Эдуарда Лало, «Испанская симфония», четвертая часть из этой симфонии.
На сцену! Фиг! Поэма! Ребята, приглашаю всех на сцену! Thank you.
Давай. Мы приглашаем на сцену Матвея Блюмина и Федора Жаресовича для вручения небольших сувениров об этом концерте. Всем участникам. Что, музыку какую-то можно включить? Дорогие ребята, всех поздравляю, браво, просто так приятно было наблюдать и слушать вашу игру сегодня. Все просто великолепно выступили, и огромное наслаждение от каких-то номеров, особенно прямо в мурашке были. Ну вообще это потрясающее впечатление, и ваша инициатива в ансамбле тоже очень дорогого стоит для всех нас, взрослых, учителей, родителей. Поздравляю вас! Родителей всех желающих. До встречи на улице.